А что-то не весело, Коль. Вяло все монотонно, как-то беспомощно, обреченно. Та-т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 а. Ну разве так это? Вы должны жесты ходить по сцене. Туда-сюда, глаз в зал. Туда искры какие-то посылать, лучи из глаз. Улыбка где ваша? Ничего нет. Стоите вот как бедный, несчастный, бедный родственник. Вот вы кто. Да ну, Сереж, ты ерунду кажешь. Какую ерунду? Что можно на сцене показать при словах «чужие губы»? Что, губы можно показать на сцене? Да хоть и губы показать. Как показать губы? Соседу покажи. Играя губами, играя ими. Чужие губы тебя ласкают. Чужие губы показывать руками. Та-та-та-та-да-да-да-да-да. Чужие губы тебя кусают. Ой, губы, губы, губы. Спасибо. Выступление Николая Чингала заставило нас задуматься о том, что иногда мы недооцениваем значение губ в нашей жизни. Губы, тем более чужие губы, губы имеют значение в нашей жизни. Как 30 лет назад, когда была написана эта песня, так и сейчас. Своим выступлением Николай в очередной раз напомнил нам о том, что носить пиджак поверх волосатой груди – это по-прежнему модно. Нужно снять пиджак. Да. А что думает Ира Дубцова по этому поводу? Все заметили, надеюсь, коллеги, что Николай попадал в ноты. Поэтому я не знаю, что говорить Николаю. И людям нравилось. Давайте подытожим. Понимаете? У вас три нет и одно не знаю от Дубцовой. По итогу вы не проходите. Да, Николай, занимайтесь спортом. Наверное, это больше ваше. Но у вас и не спортивная фигура. У меня такое ощущение, что вы нас просто обманываете. Так, соседа, вы тоже слишком. Вы не имеете права так сердить Николая. Да по сравнению с вами он Аполлон, он Геракл. Он Ахиллес. Николай, Николай, ступайте же, чтобы мы могли наконец увидеть следующую. Спасибо. Я думал, что только одному мне волосатая грудь не подобается в пиджачку. Участникам, всем, которые будут, и сейчас, которые есть, желаю удачи, терпения и всего самого наилучшего.